Здравствуйте, мои дорогие друзья, случайные подписчики, просто люди, которые интересуются таким микрофоном, который тут у меня, который есть в описании видео, Midraiden. Господи, его название я никогда не мог выговорить спокойно и сразу. Ладно, в общем, сейчас суть не в этом. Насколько я знаю, ребят, у многих существует очень странная вообще фигня, в том плане, что он не настраивается, он нормальный, ненормально он не звучит. Настроек по этому микрофону я так и не нашел сам, и это второе видео, потому что первое, как вы сейчас можете вот здесь вот видеть эту иконочку, также можете ссылку найти, это было полный пиздос, и у меня тогда наебнула звуковая карта. Да, ребят, сразу хочу сказать, что во многих происшествиях виновата именно звуковая карта, сразу. Я заменил себе полностью компьютер, и звук теперь, как вы можете слышать, стал нормальный. С учетом того, что настройки почти не менялись. А какие именно настройки у меня стоят? То есть мы заходим в фильтры, и мы слышим сразу шумоподавление, пропускной уровень шума, компенсатор, усиление, плагин, лимитер. Сейчас вы можете слышать, насколько хуёвый звук стал. Ребят, я не буду говорить, делайте как у меня, все будет то же самое. Нет. Сразу хочу сказать, это все зависит от вашего железа в первую очередь. От того, что находится в комнате, от того, как отражается звук от стен. Полностью, ребята, все вот это. Я не знаю, я надеюсь, вы это все видите, я надеюсь, видите. Значит так, шумоподавление у меня минус 23. Пропускной уровень шума минус 48, нижний минус 58. Как бы попробуйте сделать так же, получится, будет зашибенно, я буду просто рад за вас. А компрессор у меня, степень сжатия вот так стоит, 1.001, порог срабатывания у меня 0, атака 312, спад 1, выходное усиление минус 9.70, источника нет. А что мне именно позволяет этот микрофон? На самом деле, как бы вот не было печально, да, но почему-то многие хавят этот микрофон. Я не знаю, микрофон классный, то есть для нужд, для моих, как человека, кто ведет YouTube канал, снимает стримы, ролики, играет на гитаре на стримах, роликах, идеально. Также, да, он ловит многие, да, звуки, как вы сейчас можете слышать, телефон, к сожалению, блять, как всегда, я забыл его поставить на вибрацию. Ну ладно, сейчас не об этом. В общем, далее мы ведем усиление. Ну, лично я сделал его на нулевку. Вы можете сделать побольше, поменьше, ребят, решайте сами. Плагин у меня Marvel CQ, JQ. Кому будет интересно, тот и полазит по нему, ребят. Мне он понравился, он мне... Я сам себе там все настроил, кстати, можно даже будет сейчас показать его, если я найду, блядь, где он. А, хотя, что я буду париться, вот, эй! Вот так вот, ребят, сделал я себе, но еще раз говорю, все зависит от того, что вокруг вас. Если у вас... Так, я потерял мысль. Вот почему я никогда не пишу сценарий, потому что я очень люблю говорить то, что обычно в голову приходит. Обычно в голову мне сковородка от жены прилетает. Ладно, сейчас не об этом, и сейчас о том, что все вокруг вас. Ребят, я вокруг своего стола поставил 3 звуковых панели, которые улавливают лишний шум, непосредственно его подавляют, чтобы не было эхо. Но это тоже не срабатывает, но будет, все будет. Все будет больше, все будет лучше. Так, лимитер непосредственно у меня на минус 2.80 на 523. Как вы можете слышать, вот я сейчас замолчу. Можно, в принципе, найти все остальное. В общем, ребят, делайте как у меня, делайте лучше меня, делайте так же, делайте хуже. Делайте то, что хотите. Но, еще раз говорю, это не реклама микрофона. Это именно все мои переживания с ним и деление вообще, как его можно настроить примерно, чтобы звук был получше. Если его сравнить со звуком, который был ранее, вот то видео, которое там, ссылочка будет в описании, либо вот здесь вот я повешу.
Да, вот здесь вот она висит уже. Магия монтажа, ебаный свет. В общем, ребят, это будет жестко. Вот то, что звук, который был там, это был пиздос. Это называется полетевшая к хуям звуковая карта. Ну, в общем, как-то так, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно ставьте комментарии. И не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, помощь канала и так далее и тому подобное. Кто играет в КС-ку, можете попытать счастье в розыгрыше петушином, как бы это не прозвучало. Ссылочка на видео, где можно это все сделать, там же будет, ну, также в описании. В общем, давайте, ребята, ждем, настраивайте. Удачи, с вами был Ворон Гейм, пока-пока.